Уважаемые коллеги, дорогие соотечественники, я сердечно благодарю вас за эту сердечность, за то, что мы замечаем друг друга и видим усилия каждого из нас. Когда я звонил маме накануне отъезда, ей больше 90 лет, она мне спросила... Не выступай, ничего не говори. Почему, я спросил. На что мама мне сказала, тебя убьют. Почему, мама? Потому что все время споришь с правительством. Ты все время недоволен чем-то. Я говорю, что я не спорю, я излагаю свою точку зрения. И сегодня я хочу сказать, что я жду решения от президента, ответа на вопрос, который мы обсуждали, судьба Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой. Но, я это говорю, потому что я, так же, как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, с школьниками, со студентами. Я говорю это, потому что я университетский человек. Я закончил курс в Кабардино-Балкарском университете, режиссерская мастерская. У нас Юрий Камбаладович, ректор, находится здесь, в этом зале. И я несколько лет был со студентами, с нашими. Это ребята с Северного Кавказа. И я очень хорошо знаю настроение молодых людей. Не только там, но и настроение молодых людей в центральной части страны. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. В течение многих лет я обращался к Матвиенко, обращался к нашему нынешнему губернатору с просьбой начинать разговаривать с молодыми людьми. Я никогда не получал положительного ответа. Они боятся это делать. Почему? Это невозможно уже. Больше терпеть это невозможно. Я хочу обратиться к нашим депутатам, к мужчинам-депутатам, потому что женщины такого закона нового не примут. Давайте мы примем закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях. Если вы видели, что происходило... Если вы видели, что происходило в воскресенье, то вы видели, как много было вот этих жертв, когда за руки, за ноги хватали девчонок, школьниц, и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Эти людей надо понимать. Они сейчас наконец-то поняли, что в стране происходит. Мы много раз, много лет говорили, а где же вы? Где вы, студенты? Где вы, школьники? Вы замечаете, что вы внутри страны? Вы замечаете, что в этой стране происходит? Было молчание, их не было. Вот они появились. Ну, конечно, наша главная с вами задача все же не обсуждение политических контекстов, а мы с вами должны делать все, чтобы гуманитарное развитие нашего общества, наших молодых людей происходило. Потому что все, что связано с подменой просвещения, образования какими-то религиозными догматами, все, что связано с борьбой и введением в гражданское политическое пространство религиозных институций страны, ведет к развалу страны. Я хочу обратить внимание на это. Я православным могу быть хоть на Северном полюсе, но Россия у меня здесь. И только здесь. Если здесь начнут люди выяснять какие-то такие отношения, то все остальное перестанет вообще иметь какой-либо смысл. И последнее. Я отношусь к числу тех режиссеров, фильмы которого многие не любят. Ну, в общем, не очень показывают.
или совсем не показывают. Это тяжело, это обидно осознавать, и некоторые последние все фильмы я уже делаю, вынужден делать за пределами отечества своего. Месяц назад я получил из Министерства культуры бумагу, которая гласит, что Министерство культуры солидаризируется с решением не показывать, например, русский ковчег в Российской Федерации. Мне уже зазвонили какие-то люди, я не буду называть фамилии, вы все прекрасно все понимаете. Мне уже звонили, что, может быть, какие-то другие фильмы мои падут под этот же, под этот клеймо. Но я знаю, что, например, в Чечне они не разрешены их показывать. Но Чечня особый сектор, не очень имеющий отношения к нашей стране. Но все, кто сегодня занимается молодежью, все, кто включен в жизнь студенчества, все, кто связан с образованием, мы все должны с вами стоять прочно и в одном ряду. Мы должны бороться за силу просвещения. Мы должны бороться за силу просвещения. Только это избавит нас от возможной дикости, от возможных политических катастроф. Спасибо большое. Спасибо.